У меня проблемы с детьми. Сыну 20 лет. В течение 1,5-2 лет он в основном живет по режиму. Днем спит, ночью бодрствует. За этот интервал времени он потерял девушку, с которой дружил 3 года, потерял интерес к жизни, не может устроиться на работу, полное разочарование. Сегодня заявил, что хочет уйти от безысходности в армию. О, классная идея для него. Там его заставят жить по режиму дня. Хотя на руках у него военный билет по состоянию здоровья. У него астма там и так далее. Как я ему могу помочь? Хороший вопрос, спасибо. Вот смотрите, вот представьте себе, я рано встаю, молюсь каждый день, а у меня сын, допустим, да, просто так чисто, ну, давайте картину представим. А у меня сын рядом в соседней комнате, вот так. Лежит целый день вот так вот. Ночью спит, ночью бодрствует, а днем спит. Как вы думаете, это как-то сочетается одно с другим или нет? Как можно в атмосфере, где люди занимаются чем-то счастливым, возвышенным, радостное сознание имеют, как можно в этой атмосфере пребывать в глубоком депресснике? Это возможно, нет? Маловероятно, да? Я вот таких сочетаний не видел. У кого вот такое сочетание? Вы молитесь, духовной практикой занимаетесь, а близкий человек вообще в полном невежестве живет. Есть такие люди? Поднимите руку. Ну, 2 человека всего. У вас все поменяется однозначно. Вот судя по той решительности, которую подняли руку, значит, вы его гнобите просто, этого человека. Вам надо его любить, принять в сердце, установить с ним отношения, и тогда он тоже начнет меняться. Иногда мы мучаем народ. Я вам сейчас приведу пример. Допустим, я решил бросить пить. Ну, а, допустим, близкий человек продолжает выпивать, допустим. Я бросил пить. И дальше что происходит? Так как я почувствовал более возвышенный вкус жизни, то близкий человек становится для меня кем? Врагом народа. Я и говорю ему: пьянь, проваливай отсюда. До этого я нормально соотношение строил с человеком. Или, допустим, я бросил вместе есть мясо. И когда я бросил есть мясо, то я вышвыриваю из холодильника все мясо и говорю: трупоеды, вон из квартиры. Так это благость, что ли? Это и есть благость, к которой мы стремились, что ли? Это не благость. Это означает, что я не понимаю, что такое самосовершенствование. Если ты бросил пить, значит, у тебя должно быть больше сострадания, а не меньше. А если у тебя меньше сострадания от этого произошло, это значит, что ты единственный результат того, что ты бросил пить, это гордость. Часто люди начинают слушать лекции, становятся более гордыми собой, чем до этого. И они больше разрушают семью. Они говорят: вот ты бы послушал лекции, ты бы такой же был хороший, как и я. Так хороший человек, он никого не оскорбляет. Он всех прощает, а во всех заботится, терпит боль, которую причиняют близкие люди. Если человек реально любит близких людей, они меняются от его любви. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Вот как человек должен жить. Надо простить близкому человеку его недостатки, любить его, какой он есть, и тогда он начнет меняться. Вот какие правила. Вот такие правила жизни, в которых происходят перемены. Но в данном письме я заметил, что женщина не работает над собой. И это результат того, что сын деградирует. Понимаете, есть 3 категории людей. Одна живет в невежестве, означает, ночью бодрствует, днем спит. Это признак невежества, сопротивление правильному ходу жизни. Потому что, смотрите, солнце, когда встает, оно всех призывает к бодрости. Солнце, почему мы встаем, просыпаемся утром, знаете? Причина в чем? В силе солнца. Это не то, что мы встали, и солнце потом встает. Это солнце встает, а потом мы встаем. Солнце всех поднимает. Почему утро наступает?
Утро наступает, и сразу ветер начинает двигаться. Тишина сначала, ночь тишина, потом раз, ветер задул, птички чирик-чирик-чирик. Петух начал орать. Почему так происходит? Потому что солнце его поднимает, солнце действует на сознание. И мы чем занимаемся в это время? Даже петухи и то встают. А мы чем занимаемся? Мы валяем дурака в постели. Ну, дурак хочет спать дальше, и мы его валяем. Ну, еще немного, что-то тяжело, спать стало. Что-то, блин, не могу заснуть. Вроде побольше хочется поспать, а не могу. Это же безумие. Безумие, просто безумие. Тебе пора встать уже, потому что кто рано встает, там Бог дает. Есть естественный ритм жизни. Ночью луна дает силу сна. Когда человек спит ночью, он отдыхает. Но люди, которые живут в невежестве, они восстают просто из естественного ритма жизни. Они ночью бодрствуют, а днем спят. И не разрушают так свою жизнь. Люди, которые живут в страсти, они очень поздно ложатся, поздно встают. Люди в благости всегда очень рано встают, рано ложатся. И им Вселенная помогает жить счастливо. Рано встал – хорошо, счастье, гармония, птицы поют. Встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Ты увидишь, ты услышишь, как веселый барабанщик руки палочки кленовые берет. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня. И так далее. Утренние мотивы, радостные мотивы, счастливые мотивы. Да? Да, в 5 легко, а потом наступает время, когда становится тяжелее, тяжелее, тяжелее. Проспал чуть-чуть больше, дальше вообще невозможно встать. Да, такое бывает, что если вы рано встали, вы не сделали не то, что надо, вам опять спать потом хочется, потому что утреннее время предназначено не для того, чтобы чай пить и что-то делать, а для того, чтобы молитву читать, очищать свою судьбу. Есть разное время, предназначено для разных вещей. Раннее утреннее время, это самое главное время в жизни, предназначено победой над судьбой. Понимаете, каждый день мы сдаем экзамен жизни. Когда человек, утро связано с рождением человека, день связан с молодостью, вечер со старостью. Как вы думаете, что важнее прожить правильно, утро или вечер? Все, вы ошибаетесь. Самое важное время в жизни – это утро. Потому что если ты собачкой родился, дальше кем ты будешь в старости уже не имеет значения. Собачкой помрешь. Утреннее время определяет рождение. Даже в человеческой жизни мы видим, есть более благочестивые семьи, есть менее благочестивые. Даже в человеческой форме жизни, если вы не верите в то, что душа может в теле дерева родиться, нет проблем. Даже в человеческой форме жизни придется рождаться в разных условиях жизни. Кто-то бродяжкой рождается, кто-то в аристократической семье. Понимаете, причина такой разницы заключается в том, что человек утром один молится, а другой спит. Утро – экзамен жизни, день – экзамен жизни, вечером. Все эти экзамены каждый день складываются, получается судьба. Если человек каждое утро рано встает, рождение будет благоприятным. Если человек правильно живет днем, юность будет, молодость благоприятным. Вечером правильно живет, старость будет благоприятным. Но извините меня, если ты родился не там, где надо, то и старость тоже будет не такая, как надо уже заранее. Да? Ваш вопрос? А если работа такая? А и работа означает, вы наказаны судьбой. Больше того, я вам скажу, не только работа бывает ночная, а также есть такие закономерности. Если человек родился с 12 часов ночи до 12 часов дня, это благоприятное рождение. Ему будет склонность, он будет склонен вставать рано. А если человек родился с 12 часов дня до 12 часов ночи, то он всегда будет склонен вставать поздно и ложиться поздно. И поэтому нет сов и жаворонков, а есть только орлы и куропатки. Понимаете?
Понимаете, если человек склонен спать и поздно ложится встать, это не то, что у него такая конституция, это хорошо. Все эти люди страдают от такой конституции. Этим людям просто тяжелее рано вставать, тяжелее рано ложиться. Вот и все. Если человек не соблюдает вселенский ритм жизни, потому что ритм этот диктует Солнце и Луна, то в результате он будет больным. У меня есть лекция по режиму дня, пожалуйста, вам надо серьезно это поизучать. Там все это очень подробно разбирается. Состою в отношениях с молодым человеком. Вот эта фраза уже все. Она обо всем говорит, что ничего хорошего не будет. Это не в отношениях ты с молодым человеком состоишь, а он твой муж, а ты его жена. А если ты в это не веришь, тогда нечего жить. А если вы уже живете больше года, значит, вы муж и жена. А если вы муж и жена, значит, не надо говорить, я состою в отношениях. Это невежество так считать. Который тиранит и диктует свои правила, принимает и указывает на недостатки. Я терплю, так как привязана, люблю его. То есть я хороший, он плохой. При каждой ссоре я инициатор примирения. Ну, понятно. Свою божественную природу имеет, он демоническую. Подскажите, стоит ли бороться дальше, или я обманываю себя? Я желаю всем счастья. В скобках не написано, кроме этого человека. Стоит ли бороться, еще побороться, Олег Геннадьевич, или надо уваливать, сваливать сразу же? Или чуть-чуть побороться, Олег Геннадьевич? Я такая хорошая, а он такой плохой. Знаете, есть такая книга «Бхагавад-гита», и там это священное писание древнее, и там есть две главы. Одна глава божественной натуры и качества характера перечисляется, другая глава демонические. И кто бы ни начал читать эту книгу, если человек не занимается самосовершенствованием, он когда до этой главы доходит, мне многие люди говорили, и говорит: «О, божественная натура, это я! О, демонические натуры, это вот как раз мой супруг или моя супруга. О, один к одному». Но если бы вы знали, что божественные натуры, они характеризуются тем, что они никогда не видят в людях плохое, вернее, они видят плохое в людях, но не придают этому значения. Божественные натуры всегда видят проблемы только в себе, потому что это и есть внутренняя жизнь. Когда взгляд человека направляется внутрь, и человек внутри видит и проблемы, и счастье, это называется внутренняя жизнь, молитва направляет человека внутрь. Тогда в этом случае человек начинает видеть очень много недостатков в себе, и это же дает ему возможность увидеть душу в других и пренебрегать их недостатками. Понимаете, вот такая записка указывает на то, что вариантов нет. Человек обречен. Если ты видишь, что он плохой, человек рядом с тобой, а ты очень хорошая, значит, вариантов нет жить нормально. Ни с ним, ни с кем-то другим. Это просто замкнутый круг. И не найти пути из лабиринта. Что делать? Надо разобраться, есть тонкости. Тонкости заключаются в том, что женщина — инициатор отношений в семейной жизни. Под ее энергетикой проходят отношения. Но внешние отношения указывают на мужа всегда. Внешний муж всегда дурак, внутри — жена. Я женщинам сейчас рассказываю. Не то, что мужчины должны записывать, и потом жене это говорим. Я сейчас рассказываю женщинам, все мужчины затыкают уши уже. Итак, женщины, смотрите, это ситуация. Если женщина очень пассивно себя ведет с мужем, она не молится, не очищает атмосферу в семье, она, кроме того, еще привязана сильно к этому человеку, и не хочет его воспитывать, не хочет проявлять строгость с любовью. Настоящая любовь — это строгость. И она балует этого человека своим поведением, веря, что когда-нибудь он станет лучше. И если задать вопрос, а почему человек вообще балует другого человека? В чем причина? А причина только в желании наслаждаться им.
Вот, например, маленький ребеночек, я его так люблю, целую его в попу. Вот он мне очень нравится. И он захотел что-то. У меня два варианта. Или ему не дать это что-то, если это вредно для него. И он тогда будет кричать, и мое наслаждение закончится. В попу кричащего ребенка уже не поцелуешь. Балдеж заканчивается. Второй вариант. Продолжать целовать в попу и дать ему то, чего не надо. Вот этот второй вариант часто люди выбирают по той причине, что они хотят балдеть рядом с человеком. Они не видят рядом с собой человека. Тоже касается в отношениях женщины с мужчиной часто. Женщина часто хочет балдеть рядом с мужчиной, потому что в чем балдеж женщины заключается? Балдеж заключается в том, что когда просто мужчина рядом живет, она получает счастье. Некоторые говорят, да просто хоть какой-то мужичок был, то хорошо рядом. Неважно, пенчушка там, какой метр с кепкой там, ну какой бы ни был, уже хорошо. Это правда. Так устроена женская психика. Ей просто нужны берега в жизни. Она тогда легко и хорошо течет. Ей нужен хотя бы кто-то. И поэтому женщина, она для того, чтобы кто-то был рядом, она готова просто баловать его, лишь бы рядом жил. Она не воспитывает его, не заботится об его характере, не молится, а просто потакает его недостатком. И постепенно в сердце клопит злобу на него, которую потом пишет Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич, смотрите, какой у меня тут плохой человек. Она такая хорошая. Это означает невежество. Я не против вот этой девушки. Я очень благодарен ей за то, что она пришла на лекцию. Я бесконечно люблю этого человека. Но именно поэтому я и говорю правду сейчас. Не потому, что я хочу ее обвинить в чем-то, а просто я хочу раскрыть глаза на то, что это безысходность, это безнадега так думать и жить, безнадега. Потому что ты же выходила замуж за человека, которого ты сейчас, кстати, мужем даже не считаешь. Ты выходила замуж за человека, которого полюбила. У него есть чистота душевная, которую Господь тебе открыл. А если ее не открыл, так зачем тогда вместе быть? Это невозможно. Вот представьте, вам чистоту человека не открыли, и вы подписываетесь с ним жить. Это же невозможно. Такого не бывает. Я не верю в это. Никогда такого не бывает. Если вы увидели чистоту человека, вы с ним начинаете жить. Так вспомните эту чистоту. Он сразу к вам по-другому начнет себя вести. У него совесть проснется в сердце. Почему мы всегда хотим начинать с кого-то другого? Сколько мне, Олег Геннадьевич, еще терпеть? Вот у меня запор, сколько мне еще его терпеть? Ты можешь терпеть, можешь не терпеть. Все равно запор остается запором. Можешь считать, что ты не терпишь. И что дальше? Ты покакаешь? Нет, у тебя запор. Запор надо лечить, а не терпеть. И чтобы лечить запор, надо сначала принять ситуацию. Надо согласиться с тем, что у меня запор. Принять ситуацию. Я болен, у меня запор. Не то, что я терплю, когда-нибудь я покакаю. Нет, у меня запор. Если у тебя запор, значит, надо лечиться. Нужно изучить, как изучать, знания получить, как лечить запор. И не то, что виновата жена, которая меня накормила так, что у меня запор. Сам поел, кто тебя просил? Или виноваты врачи? О, врачи виноваты, которые не вылечили запор. Так это твой запор, ты его по судьбе получил. Причем тут врачи? И когда человек вот всех виноватых отмел, он думает, это мой запор, и мне с ним жить. Это не мужа запор вот этого вот человека, понимаете? Он может быть рядом, может не быть рядом. Но так как ты живешь неправильно, следующий будет то же самое. Сначала будет сладкий вкус, понаслаждались, по островам поездили, поцеловались, по сексам позанимались, а дальше-то жить с этим человеком придется. А дальше опять будет запор продолжаться, потому что запор-то твой. Это не то, что этот человек, вот некоторые думают, мне не повезло. А такого не бывает. Люди всегда попадаются одинаковые. Понимаете, человек, вот есть так, как устроено вообще притяжение людей. Знаете, как устроено? Я изучал на себе эту тему.
Я начал изучать конституции девушек, которые мне привлекательны. И потом, когда начинал разбирать их психику, глубинные функции, я увидел, что то же самое, как с моей женой, будет такая же жизнь. Ничего не поменяется. Вот эта привлекательность указывает на то, что ты уже принимаешь сразу одновременно все недостатки человека, которые тебе положены по судьбе. Все. Механизм работает безукоризненно. Поэтому в древней культуре, представляете, что они делали? Они игнорировали, в ведической культуре, они игнорировали это притяжение. Вот люди хотят сейчас, о, меня втыкает от человека, значит, я буду с ним жить, я хочу с ним жить. Вот в древней культуре это игнорировали. Они узнали, они поняли, что чем больше притягивает человеку, тем больше будет обмена кармой. Тем больше недостатков одинаковых, тем больше трудностей одинаковых. И поэтому в древней культуре выбирали человека по качествам, а не по притяжению. Вот достаточно просто приятен человек, не противен, приятен человек. И если у него хорошие качества, хорошие совпадения в гороскопе, тогда этих людей соединяли родители. Они изучали все, соединяли этих людей, а потом эти люди были благодарны за это. Потому что когда люди соединяются хорошими качествами, у них потом уже настоящая любовь легко достижима. Людей, у которых колбасит от сексуального счастья друг с другом, им трудно очень душевные отношения устанавливать, потому что вся энергия идет вниз. Единственное, что они могут сделать, когда им трудно, это сексом позаниматься. А поговорить им уже тяжелее друг с другом. Но когда отношения устанавливаются с помощью высшей гармонии, она имеет такую природу, не сильно страстную, понимаете? Приятный человек, хороший, очень хороший, но от него не трясет. Кайфа нет. Вот такой человек может стать человеком близким, с которым будет хорошая карма отрабатываться. Но мы же этого не хотим. Мы хотим, чтобы было круто, чтобы и писк, и виск там, и все остальное. Значит, тогда будет везде писк и виск. Значит, надо терпеть тогда и молиться Богу, чтобы очищать отношения. Надо возвыситься сначала. Вот как ответить на этот вопрос? Что делать этой девушке? А ничего не делать. Просто надо начать работать над собой, слушать лекции. Не надо решения принимать по поводу этих отношений вообще никакого. Потому что когда женщина уходит от мужа, у нее сердце становится каменным и холодным. Бог говорит, раз ты, я тебе человека дал, раз ты его не принимаешь, значит, извини, моя хорошая, будешь жить одна. И девушка, она может быть очень красивой. А мне девушки красивые подходят. Олег Геннадьевич, я вот так сейчас могу себе найти человека. Замуж не берут. А потому что у тебя замуж как сделать так, чтобы замуж взял? А никак не сделаешь. Вот ты красивая, но это не значит, что ты замуж выйдешь. Почему? Потому что, чтобы выйти замуж, сердце должно быть семейное у женщины. Семейное означает теплое. Что это значит? Это значит, что эта теплота заставляет мужчину все время быть рядом. Когда у женщины сердце теплое, она держит мужчину рядом с собой. Сердце холодное, он ее бросает. Почему сердце холодным становится? Потому что бросило. Бросило человека, Бог тоже сердце тебе рубанул. До свидания, все. Мужчина, когда бросает, у него сердце горячим становится, раскаленным. Это тоже проклятие. Это наказание Бога. И в чем оно выражается? Мужчина не может остановиться. Он одну нашел, ему нравится все, но ему кажется, что мало. Он и бросает следующую. Даже уже женился и тянет опять куда-то. Такой результат, если мужчина бросает. Поэтому Бог все регулирует. Вот кто из вас нашел себе близкого человека? Поднимите руку. Вот молодцы. Сейчас я вам объясню кое-что. Идите 5 рублей в Казани найдите. Поищите денька два. Кто найдет, если поищет, поднимите руку. Ну давайте вперед. Если Бог вам не даст возможности, хоть вы неделю ходите по Казани, 5 рублей вы не найдете 100%. Потому что люди не могут найти друг друга. Это невозможно. Приходит время, и Бог дает близкого человека для того, чтобы мы доказали, что мы имеем на это право жить в семье. И как это определить, что Бог дает? Если бы мы сами находили, мы бы сами и могли держать человека рядом. Но смотрите, даже мы пытаемся уйти от человека, а не уходится. Вот я хочу уйти, а не могу.
Кто-то держит, какая-то сила держит рядом. Что это за сила? Это Бог держит. Он говорит, ну ты дурак, я понимаю, но ничего, я буду держать пока. А я хочу уйти. Ну старайся, пробуй, давай. Я буду держать, я понимаю, что ты дурак. Ну что делать? Нет, я хочу уйти. Тренируйся, давай. Получилось. Ну теперь получи, фашист, гранату. Ты наказан теперь. Бросать нельзя близкого человека. Некоторые, наслушавшись лекции, делают так, чтобы он сам бросил. Тоже не работает система. Бог, он же не дурак, он знает, кто тут что делает. Итак, выход только один. Надо получить знание, как жить правильно, и начать жить правильно. Надо начать мыть пол внутри. Никто в моем запоре не виноват, кроме меня. Никто не виноват, что я своего мужа называю близким человеком, или дружком, или сожителем, или партнером. Никто не виноват в этом. Это мои проблемы. Это моя безграмотность. И если я уже заранее так называю близкого человека, какие шансы, что я останусь с ним? Шансов никаких. Ноль. Просто ноль. Нужно учиться понимать, что такое верность. Как работает верность? Если женщина считает это единственным человеком, этого человека, даже если он не расписывается, она его считает мужем, и даже если он говорит, не называй меня, не называй меня мужем, мы не расписаны, она должна все равно называть его мужем. Потому что правда выше желаний человека. Если, допустим, кто-то будет говорить, что я без очков, я все равно должен говорить, что я в очках. Это правда. Если люди живут вместе больше года, они муж и жена, это правда. Если у них рождаются дети, это их дети. Интересно, что вот мужчина с женщиной живут вместе, они называют партнерами друг друга, а детей называют детьми. Ну как от партнеров дети могут рождаться? Дети же рождаются от родителей, от мужа и жены. Какие партнеры? Это обезьянки партнеры друг с другом. Даже обезьянки знают, что это их дети. А мы же не обезьянки. Мы же разумные существа. Я не слишком жестко читаю лекцию. Нормально, я что-то разошелся конкретно, то есть что-то под конец уже. Простите. А? Спасибо вам большое. Да, понятно. Спасибо. Что это вообще? Я буду помягче стараться. Сейчас петь буду. И раньше мне больно просто за то, что так люди живут, поэтому так все веду. Моя жизнь очень изменит. Так, это для меня. Так, это все хорошо. Это все хорошо. Есть одна проблема. Я живу с мужем. Вот, смотрите, вот это вот человек слушает лекции. Вот столько вот хорошего уже, вот столько вопроса. Еще послушает немножко, вот столько будет вопроса, а вот столько хорошего. Это результат знания, так действует знание. Поэтому я всем советую просто продолжать слушать лекции. Придет время, и вопросов будет совсем мало. Все решится само в жизни. Я живу с мужем и его мамой. Оба... Слово какое нехорошее. Мясоеды. Нет, трупоеды, а не мясоеды. Нет, убийцы животных. Вот. Оба убийцы животных. Свекровь плюс ко всему медик. И муж, естественно, прислушивается к ее мнению. Я уверена, что они будут пытаться накормить малыша мясом, считая, что без мяса ребенок не может нормально развиваться. Идти против мужа не вижу возможности. Как быть? Вас не хватает любви в отношении. Вот смотрите, как решаются такие ситуации. Когда есть, допустим, у человека одно знание, у другого человека другое. Один считает, что так надо жить, другой так считает, что надо жить. Что делать?
Проблема ведь не в этом знании. Проблема в том, что ты не имеешь любви к этим людям, не имеешь любви к ним. А любовь — это аскеза, это непростая штука, надо переварить людей, надо принять их. Я вам сейчас приведу пример. Я вегетарианец уже почти 30 лет. И первые где-то лет 5-6 я не мог находиться в местах, где едят мясо, там выпивают вино, я никогда не пил в своей жизни. Вот. И когда я работал в Москве, я вдруг неожиданно для себя обнаружил. То есть рядом с нами было Ом-кафе. Ну, Ом-кафе такое, буддист, ну, такое как бы кафе восточное. Там организатор хороший человек, он слушает лекции, но он не смог сделать чисто вегетарианским, потому что разорилось бы кафе. Люди просто, многие не, так не кушают у нас в стране. И он сделал смешанное кафе. Кто хочет вегетарианское, кто хочет соки, кто хочет спиртное. И там иногда курили также люди в этом кафе. И я приходил иногда по его просьбе поконсультировать каких-то людей. Я когда пришел, я один раз заметил, что люди курят, рядом сидят, они выпивают. Но у меня нет к ним, как раньше, чувства вражды. Я просто чувствую, что они несчастные, что они пьют из-за того, что им трудно жить, что они курят, потому что хотят снять напряжение. Я начал видеть людей, как тех, кому нужна помощь просто. Даже иногда мне приходилось консультировать человека, и он от него несло перегаром или табачным дымом. И я относился к нему просто как к человеку, которому нужна помощь. Почему же мы не любим людей, которые ведут себя плохо? Почему, когда пьяный лежит в луже, один подходит, его тащит, хотя этот пьяный, он описанный, обкаканный, и он неприятный, вонючий. Но один человек его тянет из лужи, боится, что тот задохнется, а другой пинает его, потому что он видит, что этот человек мразь. Почему же такая разница в восприятии? В чем заключается эта разница? Разница заключается в том, что когда человек совершает аскезу, очищая свою жизнь, и делает это не для удовлетворения старших и не для удовлетворения Бога, а потому что он сам так решил, и потому что он сам такой крутой, то кроме гордости эта аскеза ничего ему не дает. Человек, который считает себя очень возвышенным, что он живет очень чистую жизнь и при этом ненавидит всех вокруг людей, которые живут по-другому, этот человек, кроме гордости в своем сердце, ничего не имеет. Это фактически демонический настрой. Гитлер тоже был вегетарианцем. Не думайте, что само по себе вегетарианство означает, что вы святой человек. По факту вегетарианство предназначено для того, чтобы развить в своем сердце сострадание. Потому что отказ от мяса, как говорит Лев Толстой, это не диета. Это способ развиться как личность, стать более сострадательным. Но человек, который гордится своим вегетарианством, он никогда не станет более сострадательным. Он будет еще более жестоким, чем все остальные. Потому что гордость убивает все хорошие качества человека. Когда человек начинает что-то хорошее делать, какую-то аскезу совершать, надо ее приписывать старшим. Вот я рано начал вставать по милости моего наставника. Я начал что-то делать хорошее по милости наставника. Я начал изменять свою жизнь, у меня меняется жизнь по милости наставника. Это не то, что я изменил свою жизнь, а ты живешь со мной благодаря тому, что я изменил свою жизнь. Нет, не так. Это по милости наставника я изменил свою жизнь. А я такой же плохой, как и ты по факту. Просто я узнал, как правильно жить по милости. По милости. Вот когда человек настроен таким образом, то тогда у него трезво работает голова. Он не ставит себя выше других. Единственное, что нужно здесь сделать, это просто принять. Моя мама врач. Она, ну, людям помогает. Она врач. Она делает много пользы. Мой муж хороший человек. Он любит своего ребенка и хочет, чтобы ребенок не имел никаких проблем со здоровьем. И когда женщина так начинает относиться, и она с сердцем относится к нему, она также с сердцем ему говорит: «Пожалуйста, я так хочу, чтобы хотя бы меньше мяса ел наш сын».
И так как она его любит, он тоже отзывается сердцем. Понимаете? Он не отзывается логикой, а сердцем. Потому что на сердце идет отзыв сердцем. Злость не возникает в ответ на добро. Понимаете? Не возникает. Что такое злость? Это невежество. Оно тает под влиянием любви. Если человек находится в состоянии злобы, а любовь растапливает сердце. Вот смотрите, две страны в состоянии войны. У них глубокие противоречия. Одна одного хочет, другого другого хочет. Неразрешимая ситуация. Что делать? Доказывать свое? Бесполезно. Ничего не изменится. Та страна тоже будет доказывать свое. Что делать? Надо, посол должен прийти в эту страну, и он должен начать с любовью относиться к этим людям, должен сказать: вы знаете, так случилось, что между нами, нашими странами неразрешимые противоречия. Я люблю ваш народ, я хочу, чтобы искренне, это надо говорить, я хочу, чтобы у нас все получилось. Я прошу вас, так же вы ко мне настройтесь по-доброму, и тогда у нас получится беседа. По крайней мере, чем это все закончится, что не будет войны? Может быть, противоречия и останутся, но войны не будет, потому что война возникает, когда злоба зашкаливает за определенную черту, когда люди теряют разум. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот точно здесь, в этой ситуации, тоже военная ситуация, противоречия. Я хочу скормить ребенка без мяса, а мои родственники хотят кормить его с мясом. Просто начните любить своих родственников. Не ненавидеть за то, что они другие, а просто их начните любить. И эта любовь раступит из сердца, и начнут думать о том, а может, правда, без мяса лучше питаться, чем с мясом. Они начнут об этом думать. Понимаете, о чем я говорю? Знание человека передается только через любовь к близким людям. Если ты их считаешь хуже себя, до свидания, знания, до свидания, близкие люди, все, до свидания. Если результат моей лекции будет такой, что вы станете считать себя лучше своих близких людей, моя лекция только вред нанесет вашей семейной жизни, а не пользу. Это 100% факт. Надо, наоборот, учиться сейчас себя считать причиной своих проблем, а близкого человека хорошим. Надо учиться искать. Это очень трудно. Очень трудно искать. Всегда это каждый день надо делать, вновь и вновь. Потому что каждый день ты видишь в нем недостатки и забываешь про хорошее. Это тяжелейший труд. Каждый день надо вспоминать хорошее в близком человеке. И тогда постепенно жизнь наладится. И как она наладится, совершенно непонятно. В нем было столько недостатков, он такой плохой. Мама вообще непонятно, как лечит людей, если она мясо ест. Но постепенно, через любовь, все становится понятно. Мама становится хорошим человеком, муж становится хорошим человеком, и жизнь налаживается. Понятно, да? Гордость постепенно уходит из сердца. У меня такой вопрос. Сыну 14 лет, я чувствую, что у него очень мало энергии. Такое бывает. Его мало, что интересует, и трудно его как-то вдохновить. Также у него лишний вес. Хочется, чтобы его инертный образ жизни перешел в активный. Хотя на внешнем плане у него все в порядке, учится в школе. Заканчивает музыкальную школу, поет в хоре. Очень беспокойно. Учится в школе, заканчивает музыкальную школу, поет в хоре. Ни хрена себе, инертный. Очень беспокоит его инертность. Также среди сверстников его не все принимают. Поднимите руку, кого среди сверстников из вас все принимают. Вот кого все-все вас принимают. Есть такие, нет? Вот меня тоже не все принимают. Если в интернет зайдете, там такое про меня там пишут. Я иногда читаю, мне очень становится странно. Кажется, у меня есть дети внебрачные, там много всего интересного можно узнать. Я даже не знаю, как они появились, потому что никогда не изменял своей жене. Наверное, какое-то непорочное зачатие у слушательницы произошло.
есть разные мнения о каждом человеке, это нормально. С уважением и так далее. Я тоже с уважением к вам. То, что я шучу, это для того, чтобы вы поняли тему лучше. Потому что, когда я шучу немножко над вашей запиской, это вас отрезвляет. Отрезвляет. Итак, есть ответ. Вот смотрите. Люди бывают разных темпераментов. И это гармония. Вот, допустим, я очень активный и быстрый, а у меня жена очень медленная и вялая. Вот такая. И это гармония. Я раньше беспокоился об этом, и потом я нашел такой трактат Лао Цзы, и он, там есть раздел, называется «Гармония семейной жизни». И это все афоризмами, но эти афоризмы были мне очень понятны. И там написано: яркий, пасмурный, быстрый, медленный, активный, пассивный, горячий, холодный. Бывают горячие люди, какой муж останется? Холодный. И в результате спать вместе будет трудно, потому что горячему будет хотеть открыть форточку, а холодному закрыть. Это называется гармония. Один человек толстый, если человек толстый, какой ему достанется? Тоже гармония. Высокий, сильно высокий. Есть средние люди. Средний человек, какой ему достанется? Средний. Гармония. Но бывает высокий человек, какой достанется? Низкий. Сильно толстый, какой достанется? Сильно худой. Тоже гармония. Очень активный, я вот очень активный. Мне достанется очень пассивная жена. Я домой прихожу, начинаю есть. Она садится рядом со мной. Говорит: спокойнее, ты уже дома. Я раз такой расслабляюсь, есть, начинаю спокойнее, отдыхаю рядом с ней. Она смотрит на меня: спокойнее кушай, ты уже дома, спокойнее. Такой взгляд спокойный, раз, раз, начал есть медленнее, нормально, все усваиваться пошло. Это гармония же, правильно? Можно по-разному отнести, можно сказать: что такая медленная? Сопротивляться этому, это плохо, это неправильно, это значит, что ты не понимаешь замысел Бога. Я спать ложусь, ко мне жена подойдет, просто меня накроет, я бац, все, заснул. А если не накроет, я ворочаюсь. Гармония же, правильно? А я ее поднимаю с постели уже с утра. Я поднимаю, она такая. Руку поднял, упала опять назад. Я говорю: глаза можешь открыть? Нет. Что-то надо делать. Начинаю читать Священное Писание. Раз, 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 пробуждается сразу. Нравится ей, когда боги говорят. Так человек может найти ключик близкому человеку. Есть какой-то ключик. Понимаете? Ключик в любви находится. Не в том, что валяйся дальше, дура. Это не ключик, понимаете? Мне надоела твоя пассивность. Если женщина очень активная, какой ей ребенок достанется? По темпераменту тормозной. Вот я стараюсь всегда пораньше выходить, а ко мне достаются ассистенты, которые всегда попозже выходят. Это гармония. Карму эту преодолел, сейчас ассистент мой, вот Игорь, который вас консультировал, он все вовремя делает. А до этого ассистент был, всегда опаздывал. Разок был такой случай, он вышел раньше меня. Я такой выхожу, смотрю, он раньше вышел на лекцию. Ну, чудо! И мы уже такие пошли к лифту, он говорит: извините, я кое-что забыл, пошел назад. В конечном счете вышел позже, как положено по судьбе. Я думаю: о, гармония. Если с позиции знания все воспринимать, то мир становится таким смешным. Нет никаких проблем. Но если ты сопротивляешься этой гармонии, считая, что если я быстрый, тебе тоже быстрый человек положен, это значит, что ты будешь страдать. И эта женщина, смотрите, у нее ребенок, и в три места сразу ходит учиться, и он тормозной. Где вы таких детей видели, чтобы одновременно в трех местах учился сразу? Просто темперамент у него другой. Темперамент медленный. Ребенок активный сам по себе, не пассивный. Пассивный ребенок не может учиться в трех местах.
Это невозможно просто для пассивного ребенка. Темперамент другой, заторможенный. Это нормально. У вас быстрый темперамент, у него заторможенный. Примите судьбу. Это вам милость. Вот и все. Просто примите судьбу. Примите, что так бывает, как по-другому не бывает. Вот так бывает всегда в жизни. Если у вас одинаковое все, значит, вы отработали эту карму. А в чем у вас разница с близким человеком? Там находится карма. Там нужно учиться прощать, любить. Понимаете, если все хорошо, вот вместе все одинаково, нет идеи любить. Любовь где просыпается? Любовь просыпается в труде души. Вот когда есть какая-то разница между людьми, там нужен труд души, там любовь будет просыпаться, там надо терпеть, прощать, это и есть любовь. Любовь — это не балдеть. Вы хотите от ребенка просто балдеть, а вы должны научиться его любить. Как полюбить этого ребенка? Надо постоянно принимать его тормознутость. Олег Геннадьевич сказал, что это гармония. Ну пойдем, буду медленнее идти, ладно. Ты медленно, я тоже медленнее, я принимаю тебя. Сколько можно? Ничего, ничего, буду медленнее. Может, немножко побыстрее пойдешь? Раз, пошел побыстрее. Чудо. Это означает любовь, понимаете? Когда человек любит, то близкий человек идет навстречу. Когда не любит, тогда наоборот. Она его тянет, он еще медленнее идет. Нужна любовь, иначе включается карма. Для чего между нами противоречия? Они нужны для того, чтобы включалась или любовь, или карма. Когда включается карма, будут вилы. И вилы эти будут нарастать до той степени, что близкий человек становится лютым врагом. Когда ты не принимаешь и не принимаешь, не принимаешь, не принимаешь, противоречия разрастаются до безумия, в котором ты уже близкого человека не считаешь мужем, а просто мы вместе живем. Это твоя проблема, это значит, что у тебя нет любви в сердце, ты не можешь принимать человека. А как принимать? У меня нет сил принимать, Олег Геннадьевич. Как вот его принять? Его невозможно принять. А у тебя нет сил, потому что ты не знаешь, откуда его брать. В обычном состоянии откуда люди силу берут? Вот в обычном состоянии откуда силу берут? Ну, в обычном состоянии откуда мы силу берем? Вот отсюда, из сердца. Просто изнутри. Захотелось пойти в магазин, пошел в магазин. Сила пришла изнутри. Это называется жить по карме. Захотелось в магазин, пошел, не захотелось, сижу. Это означает пассивное существование, в котором нет выхода. Это капкан судьбы. Теперь смотрите второй вариант. Когда человек связывается со святостью, с божественной силой, хочется ему в магазин идти или не хочется. Он помолился, и вдохновение пришло, пошел в магазин. А это уже называется не карма, это называется свобода человека. Человек, который способен в какой-то момент переключиться с внутренней силы. Многие даже не знают, что такое переключение есть. Они просто ждут, когда внутренняя сила придет. Или говорят: Олег Геннадьевич, ну когда же я смогу рано вставать? Ну когда ты сможешь, потому что карма так действует. То плохо, волна плохая идет, то оп, хорошая волна пошла. Она периодами идет. Ну ты и так и живи. То не могу вставать, то смогу, то могу, то не могу. И люди, которые силу изнутри черпают, они так и живут всю жизнь. То могу, то не могу, то прощаю, то не прощаю, то живем вместе, то расходимся. Да, я стою на одном, а ты на другом. Но если человек понимает, что это не способ жить, у него появляется знание, что силу надо брать от святости, он тогда начинает молиться, служить не своим желанием, хочу того, хочу чего, а служить святому человеку. Как служить святому человеку? Надо ему кланяться и выполнять его наставления, учиться. Просто хотеть хотя бы выполнять. Желание означает уже путь, уже направленность есть. Я кланяюсь ему, хочу жить для тебя, хочу служить тебе, хочу жить так, как ты хочешь. В результате благодать Божья приходит. Что такое благодать Божья? Хочется вставать рано, хочется идти в магазин, хочется прощать, хочется принять человека. У тебя появляются силы принять, появляются силы простить. Это называется благодать, это победа над судьбой, понимаете? Вот этого нам в жизни не хватает. И все подходят, вот сейчас после лекции люди подходят, одно и то же. Олег Геннадьевич, не могу принять человека. Какой ответ? Молись. Когда я 50 раз такой ответ даю, другая женщина ко мне разок подошла. Олег Геннадьевич, у меня ребенок меня не слушается. Что, опять молиться? Я говорю, а вы хоть раз это делали?
может, есть какие-то практические решения? Я говорю, так это и есть самое практическое решение. Ну как вот я начну молиться, и ребенок меня начнет слушаться? Вот именно! Но как это происходит? Сейчас объясню. Вот смотрите, проблема заключается в том, что нам не хватает силы любить. Между нами противоречие, между нами камень стоит, потому что камень нечем растапливать. Мы с вами истощены. Карма истощает человека, и человек живет в страдании. У него нет отношений с людьми, с природой. Он выходит на улицу, у него насморк, ветер подул, насморк. Почему? Нет гармонии с воздухом. Он встречается с близким человеком, начинает скандал. Почему? Нет гармонии с близким человеком. Вся гармония возникает только из любви. Любовь имеет божественную природу. Нам единственного, чего не хватает, этой божественной силы. Мы пустые, мы не наполненные, у нас нет силы. В этом вся проблема. Почему ты не можешь устроиться на работу? Ты приходишь, на тебя смотрят, говорят, нам такие не нужны, до свидания, все, даже не разговаривать с тобой, а у тебя нет силы. А ты наполни силой и приди к нему. Он посмотрит на тебя, нам такие нужны. Все. Здравствуй наступает. До свидания заканчивается. Проблема всех людей в этом обществе заключается в том, что они не понимают причину своих страданий. Причина — нехватка силы, которая дает любовь. Эта сила имеет божественную природу. Некоторые думают, сила от близкого человека должна прийти и ждут, когда же он меня полюбит. До свидания. От человека такая сила не приходит, он сам нуждающийся. Мы все нуждающиеся. Некоторые кошечку заводят, чтобы от нее получать эту силу любви. От нее тоже не приходит, она тоже нуждающаяся. Она дает вам любовь, потому что кушать хочет. Настоящая сила свободная, которая освобождает человека от рабства, вот этой зависимости, скованности жизни, она исходит от святости, мои хорошие, от святости. Нет другого способа ей прийти. И даже то, что я вам лекцию читаю, и вы меня слышите, это тоже не моя заслуга. Думаете, у меня некоторые говорят, у вас такие способности, такой ораторский дар? Способности не меняют жизни людей. Причем тут способности? Нужна сила, чтобы менять. Откуда сила берется? От святости. Святость — это что такое? Это энергия Бога. Нужно настроиться на наставника. Нужно думать о старшем, чтобы к тебе пришла эта сила. И это просто способ жить, это настрой. Одни люди знают, что так надо жить, а другие не знают. Вот и все. В этом разница. Не то, что один лучший человек, другой хуже. Одни знают, что силу надо брать извне, а не изнутри. То есть нужно поклоняться святости. Это поклонение в сердце идет внутри. Но сила приходит от Бога, понимаете? От объекта. От объекта приходит, какой-то святыни. Многие люди вообще считают, что никакой святости нет. До свидания, победа над судьбой. Все, шансов нет. Надо узнать о том, что святость есть. Надо об этом узнать, изучать этот вопрос. Мы изучаем многие вещи. Некоторые считают чешуйки на теле змеи, диссертацию пишут. Сколько чешуек у кобры. Очень важное знание. Может, вам поизучать, есть святость или нет, для того, чтобы изменить свою жизнь. Итак, метод очень простой. У меня нет возможности внутренней, я не верю, что сохранятся отношения с кем-то. Это значит, что у тебя нет силы верить, и все. Потому что что мешает отношения строить? Между одной душой, которая соткана из любви, и другой душой, которая соткана из любви. Что мешает строить отношения? Груз судьбы. А груз судьбы — это просто объем работы. Бог же вас соединил зачем-то? Или он ошибся? Бог может ошибиться? Поднимите руку. Кто считает, что может ошибиться? Нет. Значит, он вас соединил до экзамена. Вы ее сдаете, семья становится счастливой. Все, это гарантия. Бог не соединяет людей просто так. Вы говорите, я в это не верю, это ваша проблема, у вас нет опыта. Вы не знаете, что работа над отношениями, она идет внутри, а не снаружи. Можно орать человека, выяснять с ним отношения хоть 1000 лет, ничего не меняется, потому что в сердце не устанавливается отношения, нет возможности жить вместе. Серебряные свадьбы,
Негаснущий костер. Где костер горит? Где костер горит? В сердце. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Не бла-бла-бла-бла-бла-бла, а душевный разговор, мой хороший. 25 лет прожить можно как вместе, когда есть душевный разговор. Когда ты душой чувствуешь душу другого человека. Не половыми органами половые органы, а душой душу. Понимаете разницу или нет? А для того, чтобы душой душу чувствовать, надо прощать человеку каждый день, надо чистить отношения, прощать, просить прощения, думать хорошее, вспоминать, как мы встретились каждый день, чистоту человеческую вспоминать, его душевность вспоминать. Это труд, в сердце труд нужно проводить. Даже мне просто читать вам лекцию, мне надо думать о том, какие вы хорошие. Надо вспоминать это, потому что вы же хорошие. Вы 3 часа слушаете лекцию, 3 часа болтаю. Что легче, болтать или слушать? Легче болтать, слушать тяжелее. Это значит, вы как минимум лучше меня, потому что вы 3 часа слушаете. Я еще не факт, смогу ли я 3 часа послушать кого-то или нет. Вот об этом надо думать, когда ты читаешь лекцию, да? Твой человек или нет, как узнать? Хороший вопрос. Смотрите, допустим, если ты видишь человека, и у тебя замкнуло сразу. Значит, не твой. И сразу увидела, в постель с ним хочется. Значит, не твой. Увидела человека, познакомились, спокойное чувство. Начали общаться, много общего. Он не принц на белом коне, а просто нормальный человек. Обычный парень. Сердце спокойно с этим человеком, чувства спокойны. Кажется, что как будто мы уже были знакомы. Сердце спокойно чувствует. Нет сильного влечения к человеку, не колбасит. Просто спокойно чувствует. И отношения развиваются медленно, спокойно. У вас нет бурной реакции никакой. А просто в кино ходим, там общаемся. Это признак того, что отношения будут долгие и счастливые. И в такой семье обычно сначала трудно. То есть люди общаются друг с другом, много противоречий, они пытаются их решить с помощью разговора, беседы. Отношения углубляются. Сначала горький вкус, потом сладкий. Это признак того, что долго будет жизнь. Поднимите, у кого руки, у кого так развивались отношения. Поднимите руки теперь из тех, кто подняли, что у вас вы долго живете вместе. Долго, больше 7 лет. Вот и все. Вот это ответ. Теперь второй тип отношений. Отношения развиваются так, что человек чувствует привлекательность другого человека. Ему нравится человек. Мы чувствуем с ним, что нам хорошо. Мы развлекаемся с ним. Нам нормально. Мы постепенно хотим создать семью, решаем, что будем вместе, у нас все вроде бы нормально, трудностей сильно больших нет, есть противоречия с родителями, не хватает квартиры, не хватает денег, а так все нормально. Это развитие в страсти. Что будет дальше? Дальше будут трудности усугубляться, если вы не встанете на путь благости. Третий вариант. Встретились в пьяном угаре на дискотеке. Обнаружила себя с ним в постели, когда отрезвела. Вроде бы хороший человек, потому что жить больше не с кем. А этот вроде бы прилип. Ну, будем, поживем вместе, не расписываться не будем, будем жить гражданским браком. Это называется построение семьи в невежестве. Но даже когда она в невежестве возникла, ее можно сделать благостной через духовную жизнь. Человек не может быть благостным, страстным и невежественным. Человек — душа. Душа имеет духовную природу. Если ты очищаешь душу свою, очищается душа и близкого человека, потому что вы связаны друг с другом в сердцах. Кто такой родственник? Это тот, кто связан с тобой в сердце. У тебя чище жизнь становится, у него тоже становится чище.
Это происходит автоматически. Хочу я этого или не хочу. Поэтому очень трудно практиковать духовную жизнь рядом с человеком, который не практикует. Потому что ты и себя наполняешь, и его. Таким образом ты побеждаешь свою судьбу. Потому что он представитель твоей кармы. Одна девушка ко мне подошла и сказала: «Олег Геннадьевич, а вы можете показать мне мою судьбу? Показать. Вот вы говорите, у тебя такая судьба, я в это не верю. Покажите мне мою судьбу, я хочу ее увидеть». Я говорю: «Могу». Она: «Как?» Я говорю: «Очень просто. Поставьте перед собой всех своих родственников, всех своих друзей, близких, знакомых, близких, начальника завода. Вот это ваша судьба, все. Вот это плохая судьба, это хорошая, а это вообще очень хорошая. А эта судьба меня замучила уже. Это нормально, вот это судьба. Судьба воплощается в людях вся. Ее не надо показывать в фильмах, там, писать на транскриптах каких-то там. Просто вот люди — это твоя судьба. Это закономерно, всегда так бывает. Никогда не бывает по-другому. Понятна система, да? Если ты принял всех этих людей, простил, значит, ты победил свою судьбу. Все, это называется победа над судьбой. Но для того, чтобы это сделать, надо трудиться в душе, трудиться. Трудиться означает: думаю о святости, кланяюсь, хочу тебе служить, хочу думать о тебе, хочу выполнять твои наставления, читать священные писания, изучать, как правильно жить, слушать лекции. Есть свободное время слушать лекции, нет возможности молиться, слушайте. Потом начнете, сначала душа наполняется, потом отдает. Молитва это уже отдает. Когда человек начинает молиться, он меняет свою жизнь. Когда слушает, наполняется знанием. Надо сначала наполниться, потом будешь отдавать. Начал отдавать, все меняется вокруг. Там, где светлячок летает, становится светлее. А там, где лампочка горит, уже почти день.